Лали изучает тонкости приготовления кофе уже 6 лет. Начинала в родном городе Санкт-Петербурге, сейчас живет в Анапе. Свою работу считает сочетанием всех творческих и кулинарных профессий. За полгода, проведенных в городе-курорте, Лали стала одним из лучших бариста. Все благодаря ее фирменному клубничному кофе. Мята, цитрус и даже акация – такие необычные вкусы дополняют латте в кофейне у Пушкина. Главный секрет – соусная основа. В отличие от обычных сиропов, соус делает сам бариста с использованием только натуральных фруктов и специй. Помимо авторских сладких напитков, у нас есть еще черный кофе, который мы завариваем разными способами заваривания. Это тоже интересно. Это кофе не сладкий, он пьется без молока, без сахара. Такое кофе есть только у нас. Настоящие кофеманы приняли участие в открытой дегустации. Каппинг – определение вкуса, запаха и основных особенностей сорта кофе. Как настоящие сомелье, анапчане учились чувствовать самые тонкие нотки бодрящего напитка. В организации конкурса кофейне помогли партнеры из Москвы. Они подготовили лекцию для посетителей и дали новичкам советы по культуре употребления кофе. В идеале вы кофе намалываете только под заваривание, под каждое. А основной запас и объем храните в зернах, потому что зерна кофе не так быстро выдыхаются. Баристы кофейни не перестают учиться. Повышать квалификацию стараются на открытых выставках и конкурсах в других городах. Осваивая альтернативные методы заваривания кофе, придумывая новые соусы и используя разные сорта, профессионалы находят новые вкусы. Один только эспрессо, несколько видов. А чтобы скрасить вечер своих посетителей, кофейня приглашает музыкантов и поэтов. Наша площадка открыта к любому виду сотрудничества. Просто можно у нас забронировать несколько столов, провести любое свое мероприятие, культурное, естественно. У нас проходят музыкальные вечера, мы подыскиваем интересных молодых артистов, которые играют приятную музычку акустическую. Здесь можно поиграть настольные игры. В общем, открыты для любого сотрудничества, дружбы, тесных дружеских отношений. Круглый год в кофейню у Пушкина приезжают российские рок-группы, исполнители джазовой музыки и авторы песен. Сейчас дизайнеры работают над ребрендингом, чтобы сделать кофейню еще более уютной. Эксклюзивные напитки так и останутся в меню, а количество вкусов кофе будет только увеличиваться. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.